Я думаю, что движение началось, ну, у каждого свой слух. Кто-то готов слышать все, кто-то готов слышать избирательно. Но в целом, ведь мы общались и со статс-секретарями, с теми, кто курирует деятельность общественных советов. И у нас с ним был довольно откровенный, может, где-то даже жесткий разговор. Я им сказал, что пока это многие советы – это декорации и декларации. Мы бы хотели перестроить эту работу. И на вас, в том числе на статс-секретарях, лежит ответственность за эффективность работы, в том числе и общественного совета. То есть не надо заформализовывать, не надо им навязывать повестку дня, не надо ими руководить. По ряду ведомств, я думаю, что такое понимание есть. По другим будем уже индивидуально подрабатывать.